Название видео переводится как... Как переводится? Anniversary. Годовщина. Годовщина. Ну, какие-то события, значит, будут за эти 10 лет показаны. Просто сидим в ожидании. О, мурашки по телу прошли. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ну-ка. По красоте. Ну, это 100% не Роб Топ делал, но я... Никто его не, за это не осуждает, конечно же. Наоборот, да, круто. MV. Офигенная просто. Офигенный монтаж. Анимация очень красивая. Если не считать последние пару уровней, то у Роб Топа неплохой вкус очень. Это, по-моему, через версии сейчас летим. Легендарный уровень. The Order of Skrillex. 2015. 2.0, так. Это из голосования. О май гад. О, аж мурашки прошлись от этих реакций. Не знаю почему. Ой. Не, нормально так торкает. Мне нравится. Смотреть по кайфу чисто. В натуре по кайфу. Или под кайфом. Кто как все смотрит это. Сойль можно будет. Я топ-1 вообще. Бладласт. Я, конечно, на бегу недоволен в этом моменте. 18-й год. 18-й год. Это важно. Сейчас показывают верифнутые экстримы, которые... Ну, в 2018 году. 19-й. Это уже 19-й. Если не покажут, то это вообще лохотрон будет какой-то. Вот, 100к звёзд. Роб-топ. Тогда все думали, что он сейчас выйдет скоро. Анимация Трафера, по-моему. О, Тартарус. Кто это? Кто это? Это Дуальди. Это я. Он как внимание. 2021. Вау. О, фаерворк. Капец, Черри лучшая тема. Ка, вообще, мы там просто потом попали в этот видос. Ребята, не очень. Ебать, не скример. Я в шоке просто. Ян Хасео. Виприну залошили, нормально. Пустили. Это самое легендарное событие, мне кажется, из этого ролика. О, Иксамило. Так, уровни пошли. Достойные. Надо было космос показать. 23-й. А, теперь отматывают. Не, ну сделано с душой. Согласен. Сделано по красоте. Там нейрон. Там нейрон. Там не нейрона. Там нейробычьё. Надо будет поискать свой никнейм среди этих. Так. Ну это... Только начало, судя да, по всему. Да, да. Мне интересно, сейчас что будет дальше. Сейчас будут... Аварды, что ли? Сейчас будут показывать музыку, скорее всего. А, так вот зачем Виприн тебя просто делал. I found out about Geometry Dash through an old friend of mine on Steam back in 2015. Максимально типичный ГДшер, прям. And I was always seeking like quick and challenging games to try out on stream at the time. So I bought it. Там будет фейс-ревел Виприна. О, здесь есть русские субтитры. Да, я включу русские. Я узнал о Geometry Dash в 2013 году, еще до выхода самой игры.
Я тогда в то время играл в The Impossible Game. А вот это интересно. И смотрел контент по этой игре на Ютубе, где был практически идентичный геймплей. Не, ну Алекс Пейн легенд, по факту. Я вообще не против того, что он здесь, потому что если вот за все 10 лет брать, то правильно, что его пихнули. До самой игры. Алекс Пейн легенда. Первый ютубер, которого я, в принципе, начал смотреть. The iOS Gaming subreddit. Rob Pop just posted a trailer there that I watched. Я тебя люблю, чувак. У меня не совсем типичная история знакомства. О, серьёзно? Потому что нашёл я её на таком русском сайте, как PopDA. Серьёзно? Там, в Play Market, а просто обнаружил её в топе лучших игр за 2014 год. Не, на самом деле, то, что сразу двух русских вставили, это вообще респект за это. RobTop шарит, потому что самое большое комьюнити. О, NPS-то. Не, я не ожидал Декоди увидеть. Я думаю, что все ограничится иконкой на постере. Не, даже Душнилу вставили за это респект. And I think it's all just very human, you know? I think that's why I've been around for as long as I have. О, Зентик Альфа. Он говорит то, что он верифнул... А он кореец? Да. Блин, а можешь субтитры оставить? Да, я оставлю. Серпонч, тоже легенда. Был моим любимым креатором, наверное, в 17-18 годах. Фак, ну один из лучших. По факту, никто не делал того, что делал Серпонч. Ты чё, это торчок слева, это Топи, что ли? Да, это Топи. Забытый навеки. Дурами лучше всех, Верифер. Да, 다른 게임들과는 다르게 컴퓨터든 핸드폰이든 콘솔이든 모든 기기로 다 같이 게임을 접근할 수 있게 해준 그래서 접근성이 좋아서 게임이 좋은 것 같아. The fact that you can make levels. Oh, Jonathan. Now you've created levels to the world and have hundreds of необычный у него акцент. Австралийский, наверное, не знаю. My favorite thing about GD is that it won't die because it's completely community run. A lot of games on YouTube survive off of like Minecraft, but I think. А тут не прав, чувак. Если так забивать долго, то комьюнити ран не будет длиться вечно. Even though it's been like 6 years since we've gotten proper new content, the existing game is so well put together that there's always new limits. И это чудо, чувак. Difficulty and level design. Мне очень нравится, что для творческих людей есть огромный простор, потому что в редакторе можно построить и воссоздать вообще все, что угодно. И в свою очередь это будут смотреть и оценивать простые игроки, которые за счет креаторов могут найти уровни на любой вкус. И благодаря нашему сообществу и этой системе игра живее всех живых, даже спустя 10 лет. Ну, по факту. Да, это по факту все. Вот, Изюк, какое ваше самое большое достижение в этой игре? Сонкуарагиэнэ ному квабунада. 나는 음악을 듣고 내가 표현하고 싶었던 걸 만들었을 뿐. 아, мои зрители слышали его голос на английском. The greatest accomplishment in Geometry Dash has been being able to entertain the GD community for almost 9 years now. Get to be creative. А вот пока он базарит, какое у тебя главное достижение в GD? Давайте поотвечаем на вопросы сами. Вот у меня лично течение, а у вас? У меня самое большое достижение, это, наверное, в принципе, мой YouTube-канал и мои достижения в плане слоерства. Не знаю. А у тебя, Игорь? Но Жень не буду отвечать. Ответь. Ладно, мое самое большое достижение это парт в фаерворке. I mean, it has to be 9 circles, right? While I did beat some hard levels for my time, I don't think anyone can argue that it's not 9 circles. I mean, I beat Bloodbath, but something I'm definitely very proud of is my building speed, and I know the editor well enough to build an epic rated demon in a week, and also build some of my iconic levels in just a few hours, which is really nice, because I can just hop on the game, make something cool, and then leave. Довольно приятный чел. I'm very grateful to be in the немного на самом деле людей в ГДК, которые могут там и строить, и проходить, прям на реально хорошем уровне. Кстати, испанского очень мало. Что-то, хотя вроде бы у них огромная комьюнити. Мне интересно, гитару позовут в ролик? Звали его? Нет, конечно. Или отменили? Идёт со своим радиоактивным микрофоном. Мы когда мы в войсах сидим с ним, у него всегда такой микрофон. Мне кажется, ничего не поменялось с момента верифа Bloodbuff'а.
Не, поменялся, он такой прямо низкий стал. Ну, только в этом плане разве что. Он там курит чисто 10 пачек в день, не знаю. Вообще мега прокуренный стал. Так, какое ваше лучшее воспоминание об этом сообществе? Сложно сказать, очень много вещей. Ну, я думаю, что самое лучшее воспоминание за все время, когда Void Wave рейтнули. Вот прям в голове у меня отложилось. Извините, что никого не слышу, наушники временно снял, потому что что-то шум какой-то. Это все va bastante más atrás, cuando realmente nadie me conocía ni sabía quién era. Pero mi recuerdo favorito de la comunidad. Наверное, когда Татарус рейтнули. Блин, я понимаю, что он говорит. А, это, он сейчас на испанском говорит? Да, на испанском. Я субтитры видно на стриме. Я субтитрами смотрю. Technical? Да, technical. Golden, Gizbro, о, помню эту фотку в его сообществе. Я помню еще злую пасту твоего подписчика про Голден охуелдена. Не, я не помню этого. Я потом покажу. Лучшее воспоминание для меня это утро 6 октября 2020 года, когда у меня звенит будильник, и я вижу на своем телефоне, наверное, 50 уведомлений из Дискорда с поздравлениями о получении ГД-модерки. Я не мог до этого представить, что я получу модерку, поэтому у меня тогда сердце билось сильнее, чем госмофаки это нечто. Демона. Но это было ожидаемо. А где модерка для Байтёмы? Все забыли про это? Ну, она крушила дизайн, но не смотрела. Seeing Trusta verify Yadagarasu with one of the... Надо было Дольфа эту хрень позвать, кстати. Не понимаю, почему его не позвали. Surreal, and if I have to pick one thing for myself, it was when I completed the 1000th demon that month, which was Barbara's finale. Он гэскиловый на самом деле, он прошел там Bloodlust и прошу хрень. А и он? Да, и он. Ну да, хардмаш прошел. Я на секунду подумал, что Титан. Нет. Ну, кстати, он популярный, у него больше миллиона подписчиков, насколько я помню. У этого? Да. Впервые вижу вообще. Ну, я чисто никнейм только помню. Я его даже не видел. As I'm recording this, my favorite memory is probably the premiere of the 2.1 awards at the end of 2019. We put so much effort into making that Viprina. Amazing event. Видел его фотку. У них с Феликс Рамом голоса одинаковые вообще, кстати. Прям вообще один один. Не шарю за это. At the time you're hearing this, my favorite memory will most likely have changed to the premiere of this exact video you're watching right now. Написать ему. Так, что сейчас будет? Почти 200 тысяч зрителей у Роптопа. О, анимация. Рафер рисовал. 100%. Да. Вау, это шикарно. Ну, это? Мне это нравится, это шикарно. Это очень шикарно. Люблю, когда такие анимации делают. Так, это Сириус. Ни хрена себе. Что? Это был... Ты слишком маленький, Дольф, чтобы знать, что это за уровень. Ладно, не, я знаю, что это за уровень, я видел. Так, это Би. Это... Это что? Не особо припоминаю. А, это от Райфера, от Райфера. А, ну это да. Это... Вот это точно от рэпера. Это что за уровень? Что за дракон? Куда он? А, это Ксендергейма, по-моему, левел, нет? А, вот это Ауроборос. Да, это Ауроборос. Не, возможно, я ошибся насчет Ксендергейма. Землекоп поехал чисто. Короче, я понял. Русик пошел чисто. Просто взяли все уровни с босс-файтами и
анимацию из этого сделали. Это клёвый уровень. Правильно мы поняли. Как же я кайфую от этого. Не, ну рэпер красавчик, если ты реально рэпер анимировал, то это уже прямо... Это долго делалось. Насколько... Это пиздец уровень, да. Насколько я помню, рэпер в таком стиле делал. Очень похоже. Ну это на 5 голов выше. Не, больше, это вряд ли только он, это скорее всего команда. Возможно. Да, возможно команда. Ну прям шикарная работа проделана, столько эффектов. Мурашки по коже прошлись, Саш. Тут каждую это секунду отсюда. Экшен происходит. Это может ощущение уровня, кстати. Главный герой побеждает. Все, он сейчас должен пройти уровень, как в обычной ГДшке. Да, да. Да, тут 2.2 идеальный конец. Покажи. Да, тут 2.2 покажи. Это уже конец? Нет, это не конец. Form Results. Еще 8 минут. О. Аварды, сейчас будут аварды. Нет. Видимо, нет. Какой твой любимый уровень? Дезмун. Мой первый уровень. Ладно, шучу. А, что там улетело? Ладно, не Дезмун, ладно. Ну тоже без уровень. Нет, Дезмун не лучший уровень. Для меня лучший. Возможно, на то время лучший, но вообще нет. С Chains of Sun могу согласиться. По отрыву от остальных уровней он топ-1. Он был на несколько голов выше всего, что вы делали. Funny Game в топе, это хорошо. Виприн. Я делаю премьеру. Джонатан. А кто лучше? Блин. И питами. Все, до меня только сейчас дошло, что это аварды. Просто они в таком стиле сделаны. Да. Не, факт на самом деле Блин действительно лучше. Один из. Оптимизирует просто шикарно. Ну, типа он первый, кто совместил так, то, что не играется. Любимый играет. Игрок всех времен. Титан. Титан на первом месте будет. Титан, пожалуйста. Корсет, Мичиган, Риот. А кто реально будет? Space UK, что ли? NPS-то, я думаю, NPS-то будет. А, Nexus? Oh my God! Но... Чего? Но тут не сказано Slayer. Просто игрок. What? Так что... Сабом, может быть. Но не, Доги, не факт. Доги вообще зарешал. Доги второе место, хотя у него ровно в 10 раз меньше подписчиков. Контент-креатор. Кстати, это не мог быть Мафака или Декотис, или не в топе, то это подтасовка. Я думаю, Эрик Ван Вилдерман какой-нибудь будет. Гэдэкола, ну... ХЗ, вряд ли он. Он! Я угадал! Ладно, окей. Все, мои прогнозы не работают, забейте. Я гений. Просто читаю. Вообще древний пипец, я помню, в 1.9 он уже снимал. Сколько, 7 лет назад было? У него уже сын есть. Сколько ему лет? Классон. Я думаю, что-то от Крео будет. Ну, Крео в отрыве. Наверное. Хотя не факт, что от Крео. Возможно, какой-то сонг, который... Мой любимый сонг Theory of Everything 2. Охуенный сонг. А. Да. Реально. В принципе, ожидаемо. Что-то мы не догадались. Да. Я что-то об этом даже не задумывался, но вот как только показали, я такой, ну да, это было очевидно. Ну здесь типа эту форму не стоит воспринимать все-таки, потому что здесь на фейме очень много завязано. Так, а ну-ка. До конца видео еще получается целых 5 минут, но ну, да. При этом конец формы. 5 минут еще до конца видео. Пожалуйста, хоть что-нибудь про 2.2. Тут конкретно за 10 лет. А, сейчас про фармеров будут рассказывать. Это что, посчитали, сколько всего звезд было? Серьезно? Да ладно. Деньги можно было бы среди уровней. Сейчас статистика будет. Статистика за 10 лет. Типа, сколько уровней, сколько игроков там, сколько экстримов, я не знаю.
показано, сколько 100 рейтов, фьючеров и эпиков. Так, first rate, о. Ну, сейчас будет первый оцененный уровень, первый там... Первый демон, первый экстрим. Нет? Возможно, я предполагаю так. Так, всего демон... Сколько там было демонов? 6000? Солидное количество экстримов. Давайте новые сложности, пожалуйста. Экстрим уже слишком легкий. Зоинку чуток не хватило. Но это и круто. Это и к лучшему. Это реально к лучшему. Чтобы вот сейчас ставить Double Wave в таком ролике показался. Дима Виглов, кстати, офигенный чел. Мы с ним раньше решились. Я долгое время даже не знал, что он русский. Хотя можно... Хотя по никнейму можно догадаться вообще. Ну, короче, те, кто делали этот видос, красавцы, там будут кредиты. Если это Geostorm сделал, то респект им огромный. Я думаю, это лучший видеоролик, который я видел. Вообще по ГД. Я надеюсь, по этой статистике вы понимаете, насколько ГД огромный. А то многие думают, что откуда деньги в такой игре? Тут 700 лямов человек, извиняюсь. Все загрузы. Гигантские цифры. Там некоторые ролики... Ну, сейчас будет, все. Ебать. Держитесь за жопу. Все, зовите своих друзей обратно. Я крестики поставил. Припарены сники. Пинкинг сонг. Сникпик сейчас будет? Сейчас Назрон, наверное, там руки потирает. Нет, мне кажется, Назрон участвовал в этом видеоролике. И сейчас его видеоролик начнется. Ждите голос Назрона. Что сейчас будет? Бам, щелчок, обнова вышла. Так. Сникпик. Ну мы уже видели эту локацию. Да, посмотрим, что сейчас будет. Мне кажется, сейчас новые фишки какие-то будут, как всегда. Эта локация была из типа... Там роб-топ должен был дойти до трубы какой-то. Эти крики. Смешные ГГ на самом деле. Ну тут что-то новое. Fire in the hole, бляха. Да, да. Вот это мы видели. Здесь он, по-моему... Он об эти штуки нет? Захал. Или он доходил до сюда? Так, что, он в дверь зашёл. Так, сохранился. Так, кнопка. Ну что, смерть? Он сейчас совершит осуждаемый мной поступок? Это он 2.2 активировал, да? Реально Fire in the Hole вставил. Так, дабстеп пошел. Это все сделано с помощью ГД-триггеров, по идее. Мне кажется, этот сникпик сделал нейросеть. Или этот уровень. Что-то одно из двух. О, босс файт. Это реально клёво. Не, это клёво так-то, да. А прикиньте, если бы ты и тайми задекорил. Структуру бы сделал. Кстати, я без шуток когда-то хотел воссоздать вот этот бэкграунд. Блядь! Чё, октябрь 23? Октябрь 23, ебать. 20, ебать, блядь. Октябрь. Пизда. Что? Он просто взял... Он анонсировал. А теперь говорит. Пиздец. Я говорил, что он не конкретно на том месте, вот я угадал. Мы слышим голос его. And it's been awesome to see all the things you've done. Что, он что-то говорит там? Now, I know you're all waiting for Октябрь. The update, and I'm sorry it took so long, but believe it or not, we're almost there. Да, он говорит. And I really look forward to seeing what you create with all the new features. So, thank you again for 10 amazing years, and hopefully many more. Октябрь. Охуеть. Может, кого-то это и разочаровало, кто сегодня ждал, но... Да, есть много людей, которые... Никого не разочаровало. Ну, типа, мы 6 лет ждали, подождем месяца два, чё. Не, ну... Есть люди, которые там, допустим, не могут сейчас. Вот прямо сейчас заценить. Те люди, которые есть там уехали куда-то. А так,
октябрь. Мне кажется, большинство к этому времени успеет подготовиться. И конкретную дату не дал. Мне кажется, он правильно поступил. О, шикарно. Я давно таких эмоций не испытывал. Сейчас просто прикиньте, сейчас за Блик у Лука просто хосты пиздиться будут насмерть. Я готовлю свои бабки. Мне... Нет, мне лично интересно, что спутник сделает 2.2. Мне кажется, столько игр создадут, даже в 3D. Ну ладно. Но это в зависимости от оптимизации. Это просто фух-пыжок, блядь, для создания игр. Если даже в 2.1 умудрялись с помощью тысяч... с помощью нескольких тысяч триггеров там физику воссоздавать, там 2.2 кошмар будет твориться. Может не сразу, может, может первые там 2 года все будет более-менее лайтово, хотя не факт. Столько хайпа будет. Сука, столько хуйни новой придется изучать. Ну да, пока это изучат, а вот, не знаю, пару лет пройдет, там такие шедевры начнут делать, я уверен. Ну что ж, ребята, мы на пороге новой эры, остается всего, получается, 2 месяца. Сентябрь прилетит незаметно, 2 месяца до 2.2. А, по сути 1.5 месяца, ладно, возможно 2 месяца, если... Ну, мы не знаем, в какого числа выйдет в октябре. Возможно, 31-го, или сколько там дней в октябре. Извините, сижу сейчас. Ну, просто в ахуе полнейшем. Это было клево, мне зашло. Ждем обнову в октябре, лол. А, еще поздравляю с первым утюгом. Да, конечно, с первым. Спустя 6 лет все в шоке. Ну, какие 6 лет? 6,5... 7 лет скоро будет. Ребят, радуемся, не пройдет 7 лет. А в честь выхода 2.2 сможешь материться весь стрим? Нет. Максимум пару раз только. Я весь стрим не выдержу. Извини.